Отсюда все равно как-то без тех же малышей, когда уже не так себя чувствуешь, не скучаю по-своему. На будущее планы, во-первых, доучиться, получить уже образование, а потом уж устроиться на, дай бог, хорошую работу. И по специальности, может, продолжим заочно учиться по своим же профессиям. В нефтегазовой промышленности. А у маленькой Леры все еще впереди. Я когда вырасту, у меня будет большой дом, и я вместе буду жить с своими большими братьями. Я буду врачом, буду детей лечить, чтобы они не болели. Быстрее выздоравливались, в школу, наверное, ходили, чтобы... Садик. Мечты имеют обыкновение сбываться, особенно когда есть люди, которые всегда радуются твоим маленьким победам и успехам, которые всегда поддержат в любую минуту, разделят радости и тревоги, обогреют любовью. Ярослава Налимова, Сергей Чирков, телевидение общества «Газпром. Добыча на дым».